Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами рассмотрим цветную коллекцию. Это плетеное ожерелье и серьги-узлы от Oriflame. Поехали! Массивные аксессуары актуальны всегда. Они становятся некой базой образа, вокруг которой можно выстроить все остальные детали. Мода циклична, массивные украшения всех мастей были невероятно популярны в 80-е. Вспомните эти огромные цепи, пластиковые серьги и браслеты, закрывающие все запястье. И сейчас этот тренд не стоит воспринимать так буквально. Совершенно не обязательно делать начес или искать пиджак с объемными плечами, чтобы заметные аксессуары смотрелись уместно. Футуристичная форма и минимум декора, но максимум объема. Это сейчас ювелирный тренд. Плетеную коллекцию оттенка бордо от Oriflame можно носить как в дневном образе, так и в вечернем. Давайте рассмотрим ожерелье. Оно приходит в самой большой коробочке из всей коллекции украшений этой осени. Вот смотрите, по сравнению со стандартными коробочками, здесь у меня серьги, насколько большая коробка с ожерельем. И такая же она розовая, картонная. И также с обратной стороны мы видим всю информацию и заклеена она на индивидуальный скотч. Давайте же его откроем и раскроем скорее коробочку и посмотрим на это ожерелье. Внутри коробочки мы видим значки, которые говорят нам о том, как ухаживать за данным украшением. Нельзя мочить, купаться с этим аксессуаром, брызгать парфюмом. Надо хранить в коробочке, не надо спать с этими украшениями и надо протирать мягкой тряпочкой. Внутри в тонкой бумаге лежит непосредственно само ожерелье. И когда мы вытаскиваем ожерелье, то внутри коробочки еще мы видим тоже дополнительный текст информационный про данный аксессуар. Давайте же скорее откроем вот эту наклеечку, брендированную логотипом Oriflame, и откроем, посмотрим само ожерелье. Ожерелье у нас цветное и выполнено оно из акрила, силикона с металлической магнитной застежкой. Длина ожерелья 50 сантиметров. Довольно интересное исполнение, оно бликует, переливается и, мне кажется, действительно украсит любой образ. И даже модница может надеть и с футболкой, и с джинсовой рубашкой, и также можно надеть на вечернее классическое платье. И сама вот эта магнитная застежка, она очень тугая, и где-то на расстоянии 1 сантиметр уже две вот эти детали схлопываются друг с другом и держатся довольно крепко. Это ожерелье вы не должны потерять даже в самом бурном каком-то танце, на банкете или где-то на какой-то вечеринке. Ну, вот таким образом выглядит это ожерелье на шее. И давайте же посмотрим серьги. Серьги приходят в такой же розовой картонной коробочке, как вся коллекция. Открываем, достаем тонкую упаковочную бумагу, которая тоже брендирована. В этот раз упаковали как просто шикарные подарочные украшения. Можно эти коробочки подарить вот кому угодно совершенно. И эти серьги выполнены уже в форме узлов. Если само ожерелье это у нас канат, то серьги это вот такие вот символичные узлы. И узлы тоже очень часто используются в различных украшениях. И, может быть, вы помните, у нас были серьги-гвоздики и различные комплекты в виде узлов, которые символизируют верность, надежность. И когда вы носите украшения именно с узлами, они придают вам какую-то устойчивость в жизни. Поэтому это все довольно символично. Сами серьги-узлы выполнены в том же стиле, что и ожерелье. Просто непосредственно сама нить, вот эта, она потоньше. И держаться будут эти серьги-узлы на крючках, которые сзади еще дополнительно фиксируются силиконовым элементом. У колье интересная такая особенность, оно очень хорошо и устойчиво лежит на шее, и вы можете носить его вот чуть-чуть посвободнее, оно выглядит более круглым, а можно его вот так вот стянуть вниз, и тогда это колье будет выглядеть более овальным. Это по вашим предпочтениям, но даже вот я достаточно активная всегда, и на мне украшение держится плохо. Я могу начинать обзор, будет у меня, например, с одной стороны,
стороны украшение на колье, а заканчиваю я снимать, оно у меня уже с другой стороны, потому что я всегда активно жестикулирую, но вот именно это украшение, оно вот если я его так положу, оно у меня так и лежит долгое время. Если я его вот так вот растяну, сделаю более округлым, что тоже очень красиво и эффектно смотрится, то оно будет лежать именно вот в таком виде. Мне это понравилось. Минималистичные, но массивные аксессуары отлично сочетаются с вещами оверсайз. Вы можете носить их с блузами, с объемными рукавами, свитшотами на вырост, свитерами крупной вязки и рубашками бойфренда. Мелкие украшения на фоне таких вещей просто потерялись бы, а с крупными у вас есть возможность поиграть и создать очень модный трендовый комплект. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под ним лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал Взлет и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Oriflame самыми первыми. Пока-пока.